40 миллионов тенге за защиту деловой репутации потребовал Павлодарский государственный университет с регионального СМИ. Все произошло в ноябре прошлого года, когда на одном из интернет-ресурсов появилась информация о переименовании города в Кимак. Якобы студенты вуза выступают за новое название и даже собирают подписи. Публикация вызвала горячие споры в сети и набрала большое количество просмотров. Позже выяснилось, что это новость двухгодичной давности. Эта информация провисела буквально на сайте у нас максимум 3 часа, когда выяснилось, что информация совершенно устаревшая. Мы ее сняли с публикации, и редакция Павлодар Онлайн написала опровержение, которое посмотрело, ну, по нашим подсчетам, ну, в 5 раз больше человек, чем видел основную, ту первую публикацию. Однако в вузе посчитали эту меру недостаточной и подали в суд на СМИ. Более того, за удар по чести университета истец потребовал крупную сумму ущерба. Однако ПГУ так и не смог отсудить у ответчика ни копейки, несмотря на то, что выиграл процесс. Иск был удовлетворен частично. То, что вы написали опровержение, еще раз доказывает то, что вы все-таки распространили сведения, которые не соответствуют действительности. В этом судебном заседании мы не стали доказывать и требовать доказательств тому, что соответствует, не соответствует, мы этого не стали делать, поскольку эти сведения были распространены до вас.